Екатерина Грибкова стала заместителем председателя правительства Коми. Распоряжение о назначении ее на эту должность подписал глава республики Владимир Уйба. При этом она продолжит руководить Министерством труда, занятости и социальной защиты республики Коми. Напомним, ранее должность зампреда правительства занимала Лариса Карачева. Но 5 октября она покинула пост. Как написала она в своих соцсетях, причиной ухода стала семья.